Я была в кризисе глубоком, я уже не могла сочинять. Мне казалось, что я уже все сочинила, что только могу. И вдруг я увидела Хосе Магомедовича Амиева в интернете. И это меня совершенно потрясло. Я как будто всю жизнь искала этого человека, моего единомышленника. Это человек, который открывает в человеке Творца. Дело все в том, что люди, которые зажаты, которые живут не в свободе, они не могут получать откровения, они не могут любить, потому что Бог – это любовь, а любовь – это свобода. И когда я прослушала его лекции и посмотрела его упражнения и начала их делать, и ощутив вот этот полет, который я ощущала раньше, но это было все неосознанно. Эта свобода приходила и уходила, она не оставляла во мне этой свободы, она терялась. Но когда я увидела упражнения и стала их делать, то я за 10 минут буквально вошла в это состояние и сочинила вот такое стихотворение. «Я дарю настроение тебе, пожелание чистого сердца, научиться по жизни летать, тяжело ни над чем не трудиться, а летая, мечтать и себя ощущать иногда, как свободная птица, чтоб не ползать с трудом, скрежеща, от усталости попусту злиться, а как в детстве, во взрослость играть, петь, что в сердце мгновенно родится». Это стихотворение я посвящаю моему сыну и молодежи. Я с большим уважением и любовью отнеслась к тому, что показывает Хосе Магомедович. И его упражнения такие простые, ими может воспользоваться любой, и ребенок, и ученый, и взрослый, и артист. И они открывают невероятные возможности. Рубиновая свадьба.